Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас мы приехали на склад, друзья, и привезли картошку. От кого это? Это с Москвы. Это Протранс называется фирма. Генеральный директор, получается, учредитель. Скорлупа Александр Сергеевич. Вот, Александр Сергеевич сейчас прислал нам сюда для наших жителей Донбасса. Вот видите, картошечку хорошую такую. Представляете, какое огромное количество картошки, целую фуру. Часть уже разгрузил в Киевском районе, на Киевском проспекте людям. А вот эта часть пришла к нам на склад. И мы сейчас выгрузим и будем развозить жителям прифронтовых районов. Огромное спасибо всем, кто участвует в помощи. Низкий поклон. В общем, быть добру, дорогие друзья. А мы сейчас, вот наши ребята, сегодня устанут очень сильно, потому что им придется очень много грузить картошки, выгружать и тому прочее. В общем, как-то так. Надеюсь, что это все будет быстро разгружено и передано по-быстрому людям, потому что они нуждаются в продуктах питания, вот картошечки. Огромное спасибо и низкий вам поклон за то, что вы делаете.